там, да? Третье отделение. Ну, поскольку Зоя у нас мой незаменимый дуэт, убежала благополучно, скрылась. Она почувствовала. Она знала. Я хочу вам тогда спеть песню. Вот опять же про разгульную ночь. Как вы хотели. Эли Бар Яалом, автор израильский. Песня называется «Муравей в смоле». Ночь темна, кабак со двора никак, а по всей земле сто веков бардак. Остаемся тут. Муравей в смоле.